Здравствуйте, меня зовут Виталий Ткаченко. Я более 30 лет занимаюсь строительством и построил более 700 объектов, поэтому мой опыт вам пригодится. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень приятно с вами увидеться. Взаимно. Пройдемте в дом. Да, проходите. Так, ну расскажите мне, вот дом, давно живете в нем? С 2011 года, получается, 12 лет. Вы его покупали или строили? Мы его покупали. Купили готовый? Да, уже полностью готовый. Полностью меблированный, под ключ дом? Полностью, да, готовый. Заехали прям с тапочками и жили? Да. Алексей, вижу ограничитель. От животных или для детей? Нет, это младшему 2 года, и, соответственно, чтобы он без разрешения не бегал, то мы закрываем. Понятная история. Так, лестница деревянная у вас. Расскажите, как она себя ведет? Скрипит, нет? Да, она скрипит, и мне это безумно не нравится, поэтому мы сейчас думаем делать мансардный 3-й этаж, и я думаю, что мы полностью поменяем этот пролет. То есть, ну, скорее всего, это какая-то будет другая конструкция, но точно не дерево, потому что... Ну, деревянная лестница, да, имеет свои особенности, да. Как ни крути. Алексей, судя по всему, это одно из ваших тоже любимых мест, да? Такое уютненькое, но летнее, наверное, да? Здесь уже летнее, да. Здесь очень классно проводить время именно летом, сидеть, дышать воздухом, смотреть на ближайшие дома. Плюс этот балкон мы полностью переделывали, перекладывали вот здесь и плитку, и все, потому что здесь было не до конца проделана работа с уклонами. Да. Обратите внимание, очень часто люди, которые покупают готовые дома, сталкиваются с тем, что если балкон или лоджия достаточно большие, неправильно рассчитан уклон плитки, и им приходится переделывать. Что бы рекомендовал? Посмотреть, как поведет ваш дом, который вы хотите купить во время дождя. Просто во время дождя поднимитесь и посмотрите, как ведет себя кровля, мансарды, террасы и балконы. Скажите, а вообще в целом какие-то проблемы, может быть, с инженерными коммуникациями или еще что-то в доме есть, с конструкциями? Мы когда заезжали, собственно, мы не делали никаких экспертиз, просто на первые там визуально все просматривали, все комфортно, все понравилось. Но потом, спустя год-два, мы начали замечать, что в некоторых местах, ну, допустим, осень или зима начинается, и лопаются трубы, там, вот, допустим, там, в прачечной, там, кофемашинка. Обратите внимание, при покупке готового дома я бы все-таки рекомендовал сделать инженерную экспертизу всех коммуникаций и инженерных сооружений. Почему? Потому что могли возникнуть такие же проблемы и на других объектах, как и у Алексея. Дом перезимовал, судя по всему, без тепла, и некоторые трубы просто были разморожены. Соответственно, были обрывы, прорывы и разгерметизация. Он столкнулся с этой проблемой через год после того, когда начал жить в доме. Возможно, проблемы могли бы возникнуть и раньше, но пришлось часть труб поменять. Алексей, спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Мы были в гостях у Алексея Леденева, чемпиона России, обладателя Кубка мира по дзюдо.